Класпидиды – вымерший отряд водных членистоногих, которые когда-то считались примитивными хелицеровыми. Однако анатомические сравнения показывают, что агласпидиды не могли быть хелицеровыми и что они относятся к артиоподам. Таким образом, по родству их поместили ближе к трилобитам. Окаменелости агласпидид найдены в Северной Америке, верхняя долина Миссисипи, Миссури и штата Юта, Европе, Австралии и Китае. Возраст окаменелости с раннего Кембрия и до позднего Ордовика. Считается, что некоторые другие артиоподы тесно связаны с агласпидидами, например, отряд стробопиды, который включает в себя рода стробопс, каткаспис, палеомерус и парапалеомерус. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и вступайте в группу канала. Ссылка будет в описании.